Так, ребят, давайте разберемся с настройками модели часов SCMATE 1251. Просили мне показать настройки. Давайте пробежимся. Так, в данных часах есть у нас будильник, секундомер, dual time, то есть второе время, таймер и подсветочка. Включается на вот этот верхний кнопку. Так, ну в принципе для настройки нам нужны только вот эти вот три кнопки. Это вот это и нижняя. Тут вот верхняя, как я уже говорил, подсветка. Так, часы его полностью водонепроницаемы до 5 атмосфер. У нас вот тут указано 5 атмосфер. Так, на часах установлена защитная пленка на экране. Вот мы ее видим, да, вот по экрану видно, что есть защитная пленка. Рекомендую ее сразу не снимать. В принципе, если вам нужно, будет, можете сразу снять. Так, давайте по настройкам. В данный момент сейчас мы находимся на главном экране, где вот показывается у нас сверху день недели на английском. На русский, к сожалению, нельзя его переключить. Время и дата внизу. Давайте покажу, как это все настраивается. Буду нажимать на кнопки. Надеюсь, будет вам понятно. Чтобы настроить время, нужно будет зажать вот эту кнопку. Видим, что замигали секунды. Вот этой нижней кнопкой выбираем, что нужно будет настроить. Часы, минуты. Вот этой кнопкой верхней выбираем значение, какое нам нужно выставить. Дальше идет год. Год мы выбрали 23. Дальше месяц и число. Чтобы выйти из настроек, нужно будет нажать на эту кнопку. В данный момент мы сейчас вышли из настроек. Когда выставляете год и месяц, день недели автоматически выставляется. Также в часах есть формат времени 12:24. Видим, в углу горит индикатор, формат 12:24. Вот эта кнопка, она включается, либо выключается. Видим, да? Так, идем дальше по настройкам. Будильник. Будильник, так давайте я вам покажу. Чтобы выбрать будильник, нужно нажать эту кнопку один раз. Видим. Чтобы включить будильник, нужно будет зажать и удерживать кнопку. Также замигали часы, выставляем нужное значение верхней кнопкой правой. Так, выбираем минуты, выставляем минуты. Выходим из настроек, нажимаем эту кнопку. Видим, что колокольчик горит, значит будильник у нас включен. Также есть функция, вот видим индикатор загорелся SNZ, это функция называется «Отложить будильник». То есть он не один раз прозвенит будильник, а несколько раз до тех пор, пока вы его вручную сами не выключите. Для тех, кто может проспать, рекомендую включить эту функцию. Он постоянно будет пищать, пока вы не проснетесь и не выключите будильник вручную. Так, с будильником разобрались, идем дальше. Секундомер, но тут все просто. Нажимаем кнопочку верхнюю, ею же останавливаем, нижнюю сбросили. Идем дальше. Dual time, это второе время, можно выставить любой город. Мировое еще время его называют. Так, настраиваем мировое время, зажимаем кнопку. Видим, замигали часы, переключаем на минуты, выставляем нужное значение. И все. Из настроек выходим также. Нажимаем нижнюю кнопку правую. Все. Идем дальше. Таймер. По умолчанию таймер стоит на 24. Больше его, к сожалению, нельзя поставить. Можно только меньше. По истечению таймера, по истечению времени, которое вы выставите,
Происходит звуковой сигнал в течение 10 секунд, потом он автоматически отключается. Давайте я вам покажу, как он запускается. Я уже говорил, 24 часа, запустили. Эту же кнопку останавливаем, нижнюю сбросили. Настроить таймер, нажимаем кнопку. Видим, загорелись часы, выключаем. Минуты. Выставить только можно часы, минуты, секунды уже нельзя выбрать. Выходим из настроек, нажимаем эту же кнопку. Ну все, ребята, вот основные функции, все уже рассказал, что есть в этих часах. Также есть звуковой сигнал, часто называют его сигнал каждого часа. Час проходит, и короткое оповещение, пищат. Час проходит, пищат. Как включить его? Давайте я вам покажу. Выбираем режим будильника, видим режим будильника, заходим. Вот этой кнопкой нажимаем один раз. И нижнюю вот эту вот нажимаем. Видим, возле колокольчика загорелся такой вот индикатор. Это получается, мы сейчас в данный момент включили звуковой сигнал. Почасовой сигнал, точнее. Эта же кнопка выключается. Вот и все, все основные функции данных часов.